Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Stretch Builder. Это второй ролик за сегодня. Ну, я хочу вам рассказать, стоит ли вообще играть, либо начинать, в принципе, на таком проекте, как Smart Roleplay на сегодняшний день, а если быть точнее, это 2023 год на 5 февраля. Что я вам могу рассказать? Да, я являюсь официальным блогером Smart. И да, я официальное лицо, но я могу рассказать вам всю правду открыто. У каждого проекта есть свои минусы, и у Smart он тоже есть. И эти минусы надо знать, их не нужно бояться. Какой-то проект может скрывать свои минусы, сказать, а вот, ты блогер, ты не рассказывай минусы, чтобы никто не думал, что у нас есть минусы, и мы идеальны. Никого идеального не существует. Если вам блогеры не называют минусы своего проекта, значит руководство им просто-напросто это запрещает делать. А Smart, он этого не запрещает, потому что наоборот, он стремится исправлять эти минусы, а не скрывать их. Вы должны понимать в этом разницу. Думаю, суть вы уловили, но я хочу представиться для тех, кто меня не знает. Я Stretch Builder, официальный блогер Smart Roleplay с августа 2022 года. И сегодня я вам расскажу, стоит ли вам вообще начинать, либо продолжать играть на проекте Smart Roleplay. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Для начала предлагаю вам посмотреть саму графику Smart. Думаю, вы замечали, что графика Smart очень хорошая, и вы могли подумать, ну блин, черт побери, из-за такой графики, наверное, будет жутко лагать. Отвечу вам, нет. У меня довольно бюджетненький телефон на данный момент, потому что я не вижу смысла пока брать дороже. Это Xiaomi Redmi Note 10S. Его можно купить в районе от 13 до 16 тысяч, я точную цену не помню. И вы должны понимать, что это бюджетный телефон. И черт побери, Smart Roleplay у меня идет в 60 FPS. Да, иногда бывают просадки до 50, но я вам скажу, что давным-давно я наиграл на одном проекте на своем старом телефоне Honor 7C. И черт побери, это был самп, не КРМП, и я играл в 15-30 FPS. И я мог играть. А сейчас люди зажрались, им либо надо стабильные 60 FPS, либо больше. А раньше мы довольствовались тем, что есть. Второе, это комьюнити. Комьюнити Smart, а это взрослые люди. Я вам могу сказать по своему опыту, с кем бы ни общался, это либо владельцы бизнесов, либо владельцы семей, либо вообще, в принципе, обычные игроки. Это взрослые люди, которые старше 20 с чем-то лет. Комьюнити Smart составляет от 16 до 40 лет. Да, черт побери, здесь есть и 36-летние дядьки, у которых есть уже и жены, и дети, и они играют на Smart. Почему они не играют на Black Russian? Но они говорят то, что комьюнити там не подобающее, да и в принципе не так интересно. То есть комьюнити Smart это взрослые люди. Да, возможно, вы могли встретить детей, это норма, на каждом проекте можно встретить любую возрастную категорию. Но на Smart претендующая часть это именно взрослые. Люди. Могу привести вам пример. На 0.3 сервере, например, владелец семьи молодые боссы, это 28-летний дядька, у которого есть жена, есть дети, есть работа, и он играет активно на смарте, также он является тестером. Хорошо, другой пример. Фама Луциана. Там владелец, точно возраст не помню, но довольно взрослый дядька, который уехал в другую страну, уже там построил свою семью. Думаете, вы понимаете, какая концепция, в принципе, комьюнити. И это очень круто. Следующее это машины. Машин добавляет на Smart много, очень много, с каждым обновлением подгружают больше 10, а даже и 30 машин. Сказать вам единственный минус у этих машин, он очень простой, салон не проработан, его просто урезают к чертам. Он очень мыльный, и это мне очень не нравится, но тут есть и оправдание. Салоны обрезают, чтобы была оптимизация, чтобы у вас не лагало, а если бы этого не делалось, у вас бы подлагивало, возможно, даже жестко проседало FPS. Это, конечно, круто, но хотелось бы, чтобы нашли какой-то баланс, что ли, чтобы и салон был нормально проработан, ну хотя бы до стандарта, и чтобы не лагало. Ну, это уже зависит от разработчиков, их дело. Следующее это организация. Организаций здесь не так много, и это, конечно, плохо. Но как по слитой информации собираются добавить несколько организаций. К сожалению, я вам это пока сказать не могу, пока руководство не разрешит это рассказывать и как бы спойлерить. Так что пока, к сожалению, сказать не могу. Получается, на смарте существует ППС, ГИБДД, больница, ВГТРК и армия. В
вроде 5 организаций, если не назвал остальные, сорян, напишите в комментариях, ошибся, такое бывает. И получается, все организации между собой тут равны. Высших организаций пока на данный момент тут нету. Кому-то это может понравиться, кому-то нет. Мое мнение, это не очень круто, потому что всегда должна быть верхушка, которая будет за этим всем наблюдать, управлять и уже наводить порядок. А если они все равны, получается, может произойти любой беспорядок. И по факту тут уже будет нарушение РП, потому что это будет исправлять сам ГС или ЗГС. Мне это не очень нравится. Также здесь прикольно проработаны организации, то есть есть задания. Но единственный минус, очень большой минус, который мне вообще не понравился, это то, что надо повышаться. Нужно отстоять сутки, двое суток, потом 3-4. И в общей сумме вам, чтобы подняться до максимального ранга, только по форуму вам нужно быть в организации месяц и при этом играть каждый день от 3 до 4 часов. Это мне вообще не понравилось, это полнейший бред, как по мне. Я не знаю, кто это придумал, но мне это не нравится. Я бы устроил бы обычную систему повышения, которую прописал бы сам лидер. Я уже вижу, что ролик идет у меня очень долго, поэтому мне надо будет закругляться. Да, много аспектов не рассказал, но думаю, общую концепцию вы уловили. А играть или не играть на проекте, решать вам. Но, а я напомню, что я играю только на 0.3 сервере Smart Roleplay. Если вдруг захотите поиграть со мной, залетайте на именно 0.3. А потом, когда скачаете игру, зашли на сервер, то пробивайте /промо и войдите мой промокод STRAGE. Он даст вам 50 тысяч при достижении 3-го игрового уровня. Ну, а я буду прощаться, ждите 2-го ролика. С вами был Stretch Builder. Всем удачи и пока.